Грейси потяжелела. Это понятно, почему происходит. Она начинает расти, причем расти стремительно. Она начинает входить в ту пору, с которой не все справляются. Но то, что она при изменившихся характеристиках, тем не менее, продолжает практически все исполнять, это дорогого стоит. Ну, а это мы видим Фрэнка Кэрролла. И плюс ко всему, сейчас доступно уже несколько большее количество технической информации, чем тем, кто смотрит по телевизору. Да, без элемента осталось Грейси Голд. Последнее вращение ей не зачем. Но оценка за компоненты может многое изменить. Впрочем, уже сейчас понятно, что первые два места в короткой программе на этапе Гран-при в США. Кто занимает, кто бы не смеялся. Кэрролл, улыбчивый Голд, все остальные, но первые два места у нас. The scores, please, for Gracie Gold of the United States. Her score for the short program. И каскад у Грейси на минус. Ну какой плюс? Ну, а 60.81. Балла. Результат Грейси Голд. Вот, собственно, и все. Закончилась короткая программа. Топтамышева, Родион. Первое, второе. Голд третье. Сезарева четвертое. И остальное. We hope you'll join us this evening when we crown our champions in the ice dance and men's events. The ice dance free dance competition. Приятно видеть, что наши спортсменки, называется, дают дрозда. Не Григория Дрозда, боксера знаменитого, чемпиона мира новоиспеченного, а просто Дрозда. Соперница, в том числе и у них на арене. Меня зовут Александр Гришин. Мы увидимся на произвольных. A pair of jeans that fit just right.